Другим темам. Формирование областного бюджета 2016 было архисложным. Об этом на брифинге заявил депутат Николай Семенец. Главный финансовый документ региона формировался в условиях госдолга. Сегодня он составляет более 48 миллиардов рублей. Половина – федеральный кредит, а половина – банковский. В 2016 году на обслуживание долга закладывается более 3 миллиардов рублей. Тем не менее, областной бюджет 2016 сверстали бездефицитным. Планируемые доходы – 68 миллиардов рублей. Та же цифра характеризует расходную часть. Более 8 миллиардов рублей будет необходимо перечислить в фонд обязательного медицинского страхования в качестве компенсации за лечение неработающих граждан. 10 миллиардов рублей заложены на исполнение публичных обязательств. Их 77 видов, среди которых выплаты молодым специалистам, доплаты к пенсиям, различного рода компенсации и пособия. Как и в предыдущие годы, в структуре расходов областного бюджета основную часть занимают расходы на социальную сферу. Общий объем этих расходов составляет в 2016 году 51,8 миллиарда рублей. Ну, будем говорить, 52 миллиарда рублей. Если брать в процентном отношении, то это 76,3%. Это даже выше процентного отношения финансирования социальной сферы этого года. Будущий бюджет формировался с учетом целей импортозамещения, особенно в сфере сельского хозяйства региона. Финансирование по статьям расходов АПК определено не ниже уровня текущего года. Ставится задача максимально участвовать в федеральных программах. Прогнозируется, что регион по софинансированию потратит на все сельхозпрограммы около 300 миллионов рублей, а помощь федерального центра составит не менее 2,5 миллиардов рублей. Среди основных направлений поддержки сельхозтоваропроизводителей – десятикратное увеличение субсидий на закладку многолетних плодовых деревьев, возмещение потерь из-за неблагоприятных погодных условий, ставка на собственный семенной фонд и адресная помощь аграриям. Поддержка малых форм хозяйствования. Речь идет о программе «Начинающий фермер», «Семейная животноводческая ферма». Вот этот проект работает уже на территории региона 2 года, я должен сказать, очень эффективно. Уже более 70 фермеров получили, вот начинающие, более 20 семейных ферм. Очень большой конкурс, и мы максимально тоже своим софинансированием участвуем в этой федеральной программе, что максимально, скажем, вкладывая свои где-то 12 миллионов, рассчитываем где-то в пределах на 150 миллионов именно федеральных средств. На мероприятия в сфере культуры в будущем году планируют потратить более 4 миллиардов рублей. Это на 10% больше, чем в текущем году. Львиная доля трат пойдут на зарплаты работникам – 3 миллиарда 600 миллионов рублей. В рамках объявленного в 2016 году года кино в регионе пройдут фестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания» и конкурс детского кино «Киновертикаль». Областному правительству рекомендовано в ходе исполнения бюджета 2016 года найти средства на ремонт сельских объектов культуры – 95 миллионов рублей. Депутаты пообещали, что дойдет очередь и до крупных учреждений культуры в городе Саратове. В рамках запланированных мероприятий на 2016 год поставлены такие задачи, как изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта Саратовского академического театра оперы и балета, библиотеки детской и юношеской имени Пушкина и музея краеведения. Здесь будут привлечены федеральные средства на финансирование капитального ремонта этих учреждений. Голосовать по региональному бюджету 2016 депутаты будут уже в ближайшую среду, 2 декабря. Но работа над документом, внесение поправок, как обычно, продолжится в течение года, заявил Николай Семенец.